Я только хочу поблагодарить Андрея Алексеевича и его коллег за то, что приняли решение и сняли этот фильм на Пензенской земле. А вот где еще можно было его снять? Потому что история Пензенской области и те люди, которые исторически трудились, творили на Пензенской земле, такие как Радищев, Лермонтов, Белинский, Мерхольд, Куприн, и оставили очень яркий след в истории Российской Федерации, истории России своими яркими произведениями. Поэтому мы, конечно, вам благодарны, и, конечно, плеяда замечательных артистов, как народная артистка России Инна Чурикова, Советского Союза, да, она, да, Евгения Симонова, Александр Лазарев-младший, молодые артисты, конечно, прекрасный фильм. И, конечно, большое вам спасибо за то, что сняли этот фильм именно в Пензе. Конечно, вопросы или проблема, которая была, вот красная нить прошла через этот фильм, она волнует всех нас, это предательство. А время сегодня очень жесткое, и для сегодняшнего времени этот фильм особо актуален. Я за то, чтобы, конечно, было добро, было сострадание, была поддержка друг друга, чтобы не было предательства. Я думаю, что этот фильм как раз вот об этом. Андрей Алексеевич, спасибо вам еще раз. Вот ваша коллега сказала о том, что вот чтобы вот в этом доме был музей. Я эту идею поддерживаю. Знаете, вы очень хорошо ее характеризовали. Да, мы тоже внимательно наблюдаем, вот и фильмы смотрим, спектакли. И, конечно, знаете, была бы моя воля, я бы тоже такую назначил на вот ту роль, которую она сыграла в этом фильме. Это правда. Ну не отбирайте мне прерогативы, дайте пожалуйста. Алексей Алексеевич, мы вас приглашаем. В будущем можно снять в этом доме. У нас есть и другие дома. Готовы вам помогать, поддерживать, не только и власть, и областная, и муниципальная, и жители наши, потому что у нас Пенза, она театральная, она киношная. Мы любим искусство, мы любим театр, мы любим кино, мы любим наших артистов, которые работают и в театре, и в кино, поэтому мы вам благодарны. Желаем здоровья, благополучия, новых творческих успехов. Спасибо. И вы друг Пензы, Пензенской области. Я настаиваю на том, что вы приобрели квартиру, мы даже вам поможем. Спасибо. Принимается, спасибо большое. Спасибо. Спасибо еще раз за зрителей. Спасибо, Иван Александрович, спасибо. Спасибо. Хочу сказать, действительно, мы в ближайшее время, наверное, что-то придумаем. Я в прошлый раз обещал, что мы сняли. Ну, дай Бог, чтобы наша такая совместная дружба, она была бесконечна. Спасибо большое.